Это, наверное, единственный автомобиль, который при своей жизни успел стать легендой. Многие его очень сильно любят, и эта машина приехала к нам на доработку, на тюнинг, в наш тюнинг-центр ProTuning на улице Российская, 313. С вами компания ProTuning, меня зовут Игорь, и мы будем делать BMW M5 в кузове F90. В принципе, я думаю, что многие из вас скажут, что этот автомобиль идеален с завода. И это на самом деле так. Я тоже так думаю, что M5 в кузове F90, рестайлинг, да и дорестайлинг, они просто совершенные. Они это быстрые, эффектные, классные автомобили. Это на самом деле хороший продукт, который получился у компании BMW. Но мы нашли над чем поработать с этим автомобилем, и мы сделаем полную оклейку всего кузова в черный матовый винил. Это у нас будет пленка с сатиновым эффектом, она очень классно подчеркнет все грани автомобиля. У него, я думаю, вы знаете, насколько такие агрессивные формы, грани и так далее. Помимо этого, мы окрасим суппорта в красный цвет, такой гоночный, спортивный, какой должен быть у этого автомобиля, и восстановим карбоновые элементы, которые там есть на кузове. Я думаю, хватит говорить, поехали смотреть, что мы сделаем с этой машиной. Вот про что я и говорил, как раз таки можете обратить внимание, насколько классно черный матовый сатин смотрится на M5. Вот эти вот все грани на капоте у нас выделяются, и по кузову в целом машина очень хорошо преображается. И на что стоит обратить внимание, то что у нас абсолютно каждый элемент, который оклеивается, он тщательно подготавливается перед самой работой, и у нас демонтируются все элементы, которые будут мешать при оклейке. То есть, допустим, с капота у нас снимается значок, логотип BMW, передний бампер полностью снимается, с фарами, чтобы мы подогнали на крыльях, пленку завернули под все элементы, под все торцы, чтобы, в общем, машина у нас смотрелась так, как будто бы она не оклеена, а полностью окрашена в этот черный матовый цвет. Выглядит очень-очень классно. Поехали дальше. Thank you.
Итак, настал момент выдачи. С минуты на минуту приедет владелец этой М5, а пока что мы вам расскажем, покажем, что мы здесь сделали. Ну, во-первых, естественно, это оклейка всего кузова в черный матовый винил. Машина смотрится очень классно, агрессивно и уверенно. Ну, все-таки это М5, а в черном матовом цвете она просто вообще невообразима. И помимо этого, почему так классно сейчас играет цвет, мы нанесли на нее керамику, чтобы защитить, во-первых, пленку от всеразличных повреждений, химических ожогов, допустим, и придать как раз-таки тот самый сатиновый классный эффект этой пленке. Но это еще не все. Мы подчеркнули всю вот эту вот красоту мелкими такими деталями. Дополнительно мы покрасили распорки за решеткой радиатора в красный цвет, чтобы они сочетались с суппортами, которые мы тоже окрасили в красный цвет. Это все порошковая окраска, все это сделано для того, чтобы все эти детали не повреждали слишком сильно. Потому что, допустим, внутри колеса, где находится у нас краска, тормозной суппорт, там очень агрессивная среда, постоянные перепады температур, тем более экстремальные температуры, налипает постоянно все, что у нас находится на дороге. Ну и порошковая краска, собственно, это идеально решение для таких мест, потому что она лучше всего держится от всех повреждений. Вот краски, можете обратить внимание, как это классно смотрится. Помимо просто покраски суппортов, мы еще дополнили их такими небольшими логотипами М. Все это сделано в черном цвете, не стали делать триколор, потому что машина у нас, как видите, очень строгая, вся черная, колеса черные, и сделали логотипы тоже в черном цвете, чтобы они у нас не выделялись, а играли, в общем, с всей картинкой по автомобилю. Это еще не все. Дополнительно мы заклеили зеркала, которые здесь у нас карбоновые, в прозрачный полиуретан, потому что настоящий карбон — эта штука дорогая, а она у нас направлена прямо навстречу по движению автомобиля. Вот поэтому сюда прилетает абсолютно все. Там камушки, пескоструи и так далее. И со временем просто лаковое покрытие карбона будет изнашиваться, а восстановление его — это очень дорого, к сожалению, потому что материал очень сложный в работе. Вот такой вот классный получился проект. Автомобиль засиял новыми красками, очень строго при этом выглядит, как и должна выглядеть BMW M5 в кузове F90. Самое главное, сколько же стоил этот проект. А общая стоимость на BMW M5 в таком кузове, такого комплекса работ, будет порядка 300 тысяч рублей. То есть оклейка всего кузова, покраска акцентных элементов, которые необходимы, и дополнительная защита мелких деталей. Поэтому сделали все, как обычно, в лучшем виде. Если вам нужен такой же комплекс работ, ну, в принципе, и не только, мы выполняем самые разные услуги в наших тюнинг-центрах, обязательно обращайтесь в компанию ProTuning, сделаем все в лучшем виде. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии.